Жители деревни Дударево пожаловались на свалку из отходов от убоя скота. Ее обнаружили в лесу неподалеку от жилых домов. Головы, копыта и внутренние органы издают сильный запах. Кроме того, субпродукты начали растаскивать птицы. Местные посчитали, что это может стать биологической угрозой для человека. Обсудив проблему в чате дома, решили обратиться к специалистам. Сотрудники областного управления ветеринарии прибыли на место и произвели отбор проб для исследований на предмет инфекционных заболеваний. Материалы по факту несанкционированной свалки передадут в администрацию Тюменского района и Московского муниципального образования. Может быть, это больные коровы, допустим, да, сибирская язва там или еще что-то. То есть мы не знаем. Сейчас мы будем здесь гулять с детьми. Здесь у нас находится рядом школа, садик. Здесь в проекте постройка школы, садика. Кто это все будет убирать, если будет разлагаться? Биологические отходы особо опасные, так как мы не можем идентифицировать животное, не можем найти, кто владелец этих животных. Это только сжигание под наблюдением ветеранного врача государственной службы. При обнаружении таких свалок нужно направить обращение в областное управление ветеринарии. За нарушение правил утилизации биологических отходов штрафы достигают 700 тысяч рублей.